Здравствуйте, мои неимоверные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш вечный таролог. Давайте посмотрим, а любит ли он меня, а чувствует ли он меня, как я чувствую его. Либо же это все мои иллюзии и это все мои фантазии. Давайте посмотрим. Да, однозначно мужчина говорит, что я сейчас готов тебе озвучить правду. Так, какая правда? Ты мне дана Вселенной, понимаете как? Ты дана мне, не просто так, в моей жизни. И он говорит о том, что то, что ты чувствуешь, то, что ты ощущаешь, поверь, я знаю, о чем ты говоришь. А любишь ли? Да, однозначно. Да, однозначно любит. И не просто любит. Здесь мужчина видит только с вами развитие отношений и брак. Рождение детей для кого актуально. Здесь очень серьезный старший аркан, который говорит о том, что Вселенная уже за нас буквально все предрешила. Да, уже все предрешено. И встреча ваша была не случайной. Здесь мужчина говорит о том, что он идет к вам, он пришел к вам уже в жизнь для того, чтобы стать вашим мужем. Чувство покажи. Ты моя звездочка, ты очень красивая, ты очень далеко, возможно, физически находитесь далеко друг от друга. Я любуюсь тобой, ты уникальна, ты красивая, у тебя очень красивое движение тела. Чувства покажи. Чувства выше неба, могу сказать. И мужчина говорит о том, что это что-то неземное, это сложно передать словами. Это как звездное небо, когда смотришь и растворяешься в нем. Как ты можешь сказать словами? Это можно только ощутить. И вы четко знаете, о чем он говорит. Ну что же, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю. Непременно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.